Друзья, всем привет! И мы снова находимся на улице Юната, вблизи дома 21, корпус 13. Приехала сюда посмотреть, что у нас там происходит с трубами, а если быть точнее, теплотрассой через реку Химка, которую обслуживает ТСК Мосэнерго. Напомню, где-то недели три тому назад я снимала видео о том, что здесь у нас случился масштабный прорыв, который не был устранен, и, простите, на протяжении длительного времени не устранялся, и всю зиму и весну горячая вода сливалась в реку Химка, из-за чего та, естественно, начинала цвести раньше времени, и, в принципе, там убивалось все живое. Вот. В общем, сегодня я приехала посмотреть, что здесь происходит. Сразу говорю, я была в отпуске, поэтому не смогла приехать оперативно. Вот первый выходной, наконец-таки, выдался. И, собственно, мы здесь. А, я и вы по ту сторону монитора. Работы не ведутся. Но, насколько я вижу, как бы пара нету. И вы тоже видите это. Так. Даже несмотря на вчерашний дождь, здесь относительно сухо и можно спокойно пройти. О, там туда даже тропинка куда-то идет. В прошлый раз здесь было так много пара, что я даже не видела эту тропинку. Вот, смотрите, все хорошо. Я надеюсь, что это навсегда. Вот. ТСК Мосэнерго, спасибо огромное, что они так смогли подключиться и устранить эту проблему. Не могу сказать, что оперативно, но сами, с другой стороны, поймите, химчане, что зимой это было сделать невозможно. Сейчас лето, наступил период отключения горячей воды, и, в принципе, можно что-то делать, не опасаясь того, что здесь все рванет из-за перегруза. Тихо, хорошо, ничего нигде не течет. Здесь вообще, конечно, ходить нельзя. Как мне сообщили в ТСК Мосэнерго, этот мост является техническим. Вот. А жители его используют, и не только жители, используют не совсем по назначению. Смотрите, сколько котиков. Котики спасут мир. Смотрите. Ой, какие лапушки. Вот. Да-да, проходите. Вся река Химка зацвела, но это, скорее всего, связано все-таки с погодными аномалиями, которые у нас здесь происходят в московском регионе. Вот. Коты не боятся. Ни людей, ни труб, ни воды внизу. Оп, перепрыгнул. Спокойно. Вот. Здесь в прошлый раз, помните, да, текла вода. Прям ручьем хорошим. Тоже все тихо. Все хорошо. Я вам котиков подсниму, конечно. Помните, там домики в самом конце были? Вот это, видимо, для этих хвостатиков. О, ну, прям любо-дорого. Хоть где-то есть уголок спокойствия в этом городе. В общем, так, друзья, поэтому, думаю, сегодняшний репортаж будет коротенький. На реке Химка тишь да благодать. Спасибо огромное за то, что коммунальщики ТСК Мосэнерго подключились к проблеме и смогли это все устранить. Надеюсь, что новый отопительный сезон мы встретим с гораздо меньшими прорывами. Я уж не говорю про их полное отсутствие, но надеюсь, что мы сможем эту зиму встретить достойно. С вами была Антонина Стеценко, городской округ Химки.